Вечерочек. Ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры. И тут неожиданно, представляешь, неожиданно вышла демо-версия безумного и скоростного шутера. Только задумайся, сеттинги классического аниме 90-х, где нам придется бороться за время, чтобы остаться в живых. И называется она Mullet Magic. Выглядит интересно. Смотри, тут разные сложности. Вот так, вот так, вот так. Короче, смотри, тут 10 секунд дают на средний. Тут легкая, 15 секунд. Я предлагаю с легкой, чтобы мы быстренько пробежали, посмотрели демо-версию. Вообще, что из себя представляет эта игра. Так что не будем терять время. Выбрана легкая сложность. Решим чуть проще. Режим чуть проще сбалансированного. Сыграй в этот режим, чтобы привыкнуть к управлению и быстрому темпу игры. Потому что я когда настраивал, ну 10 секунд это прям мало. Это мало и это тяжело. Поэтому сейчас не должно ничего лагать, все должно быть нормально. В далеком будущем человек слился с сетью, теперь каждые 15 секунд людям нужен дофамин, чтобы не умереть. Ныне людьми управляют жутко богатые роботы под управлением ИИ, робилиардеры. А тех, кто рискнул, короче, я не успел прочитать. Сэр, мы включаем прямой эфир. Ищем нашего героя. Определяем местоположение. Наш здоровяк не любит болтать попусту. Сэр, я хочу ему позвонить. Я прошу прощения за мой голос. Я немножко приболел. Поэтому может иногда он пропадать. Справедливое приложение Мир приветствует тебя. Лучший стриминговый сервис. Трансляция скоро начнется. Какой приз дня? Эти крутейшие кроссовки. А может он на дорогу будет смотреть или что? Миссия дня? Спасти принцессу-инфлюенсера от быдло-роботов. У нее 2 лярда подписчиков, понял? 2 лярда. Приз получит первый модератор, который спасет ее прямо в эфире. Мы установим ее местоположение. И сейчас она прямо перед тобой. Берегись. Я же тебе говорю, на дорогу смотри. Че не смотришь? А, так она далеко. Хостедж. Ставь лайк, если бы посмотрел такой мультик. Потому что выглядит он интересно. Макамура Плаза. Mullet Magic. Ой, как неприятно голос пропадает, ты посмотри. Девяностый, видел? У него на руке 90 был написано. Ну, музыка кайфовая, музыка классная, мне нравится. Так, и чё мы... А, он уже автоматически все это делает. В начале. Так, это мы знаем. Это все стандартно. Вас бегаем. Всегда следуй по дороге желтых дверей. Смотри, он проламывает двери самостоятельно. Опа, попал. Смотри приколюху. Смотри, какой плоский. Очень плоский. Так, он проламывает двери сам, используя, чтобы совершить рывок или скользить. А, я могу удерживать. Я могу удерживать. А мы так можем... Сильно он разлетелся. Газировка восстанавливает жизнь. Из автоматов можно добыть газировку. Просто пинай или стреляй по ним. Ага, вот так. 5 секунд дают, вообще нормально. А время еще не идет. Используй Маус 2, чтобы добивать врагов предметами и полностью излечиться. Смотри, игра только вышла. И русский язык тоже только-только добавили. Поэтому не обращай внимания на то, что может быть вот такой вот странный шрифт, что не видятся все буквы. Это нормально. Так, жмем Маус 2. А, это добивочка. Эй, модератор, сейчас все серьезно, мы в прямом эфире. Блин, мне факт показывает, как он может в прямом эфире мне факт показывать? Принцессу смотрят, как ты спасаешь нашу принцессу. Миллионы смотрят.
А можно его забанить за это? Мы закачали тебе в кровь все их все их обожание. Чувствуешь трепет лайков у себя в крови? Тебе осталось жить 15 секунд. За каждого убитого врага наша аудитория даст тебе время жизни. Но если ты никого не убьешь и аудитория заскучает, то через 15 секунд ты умрешь. Готов? Иди и отмодерируй гадских роботов. Так, 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 все, я готов. Оп, есть. Этот мертвый, живой, я не понял. Слушай, вообще хорошо получается. Вот так, вот так. А, я забываю, что здесь можно прям быстро бежать. Ну. Все, эта игра нам поддастся. Похоже, ты прошел испытание и не помер. Воу, так-так, до принцессы рукой подать, отслеживаем ее. До нашей принцессы еще 10 этажей. Но если ты умрешь, всех придется пройти заново. Ты же принял пользовательское соглашение, да? И вот первый этаж, удачи. У тебя 15 секунд, круши гадских роботов. А я думал, мы уже были на первом этаже. А это прям нулевой. Оп, есть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вас что-то много. Тут еще, понимаешь, я надеюсь, залагать не будет. В голову, хорошо. Я, опа. У них голова есть. У этих вертолетов есть голова. Прикол. В голову, нормально. Перезаряжаем. И бежим. Ну, отлично. Прям хорошо идем, я тебе скажу. У меня, знаешь, я случайно, я не хотел. Мне эта игра напоминает... Так, это восстанавливает нам все, ага. Эта игра мне напоминает... Hotline Miami, только от первого лица. Ключом к моей свободе стала технология. Так, дробовик, двойной прыжок и убийца боссов. Тут боссы прям будут. Давай, наверное, босса все-таки, чтобы он полегче нам давался. Только где он будет? Наверное, в самом конце как раз, да? Я тебе просто что хочу сказать. Демка прям очень много весит. Гигов 20. А это ну нифига себе демоверсия. Я прям максимально удивлен. Так, нам нельзя терять время, я так понимаю, правильно? Так, 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 так. Ну, что-то вас тут много. Нормально, по всем попал. Тут еще можно... Да я не специально. Я не хотел этого делать. Прикольные покатушки. Когда зажимаешь эту... как ее? Правую кнопку мыши, то он автоматически применяет и вот этот удар. А он не всегда нужен сразу же. И это немножко неудобно. Было бы удобнее, если бы они были на разных кнопках. Так, пистолет второго уровня. Удобные бочки. Взрывоопасные бочки будут появляться в самых удобных местах. Во, давай бочки возьмем. Оружие потом возьмем. Бочки, нифига себе. Что значит в удобных местах? Будем всех взрывать? Ага, нормально, побежали. Оп, попал. Оп-оп-оп-оп-оп. Всех расстрелял, отлично. Блин, а мы... Я хоть в кого-нибудь попаду? Опа. Неплохо получилось. А, вот и бочки в самых удобных местах. Неплохо. Кто у нас тут еще? А я могу просто... А я не специально. Вот видишь, что происходит? Ну, она прям такая активная. Я тебе говорю, надеюсь, она у меня не будет сильно лагать на записи. Потому что OBS жрет, конечно, тоже предостаточно памяти для этого всего дела. Да слушай, ну прям вообще хорошо идем, я тебе скажу. Давай-давай, дальше будем прокачивать. Интересно, тут еще прокачка. Быстрое скольжение, медленный шанс, медленные пули. Шанс замедлить пули противника. Да это не страшно, давай попробуем пулемет. Сейчас будем быстренько всех раскидывать пулеметом. Я на это надеюсь. Так. Ой-ой, какая отдача у него. Он прям куда-то вверх уходит. Так-так-так-так, все нормально. Так, я понимаю, мы должны прям бежать, прям дико-дико бежать. Прям вот так. Что происходит, не знаю, просто бегу. Ну, нормально же получается, да? Не понимаю, что происходит. Нормально, получилось. А тут уже финиш, я его вижу. Все, мы сейчас ее пройдем с тобой за 10 минут. Глушитель, еще точнее, тихо и смертоносно.
Магнит для предметов. Ты можешь подбирать предметы на длинной дистанции. Блин, а что выбрать-то? Давай. Блин, давай будем точнее. Там вроде повторяются все эти прокачанные штуки. Все, я бегу. О, да, удобно. Меньше отдача. Запинаем, запинаем, запинаем его. Молодец. Я попаду куда-нибудь сегодня или нет? Я пинаю, я пинаю, я пинаю. Всех пинаю. Так-то игра выглядит прикольно. На самом-то деле. Но... но она дико... прям такая... я не знаю, как ее назвать. То, что должна быть такая реакция. Я тебе говорю, я запустил на средних, когда пытался проверить графику. И это просто жесть. Я чуть-чуть побегал и понял, что нет. Давай попробуем теперь дробовик. Посмотрим, что он представляет из себя. О, побежали. Ну, норм. Не понял, что... блин, да я... вот видишь, что он делает? О, давай сюда. Нормально. Я тебе отвечаю, это прям Hotline Miami. Стопудово. Так. Забыл перезарядить. Нормально. Нормально. Я его просто пнуть хотел. Ой-ой-ой, слушай, они меня нормально так стреляют. Так. Я понял, ошибка. Ошибка, то, что я так делаю. Бежим, бежим на выход. Все, не будем отвлекаться, значит. Отвлекаться нельзя. Дробовик второго. Два ствола. Взрывающиеся патроны, первый выстрел. Два ствола, давай попробуем на дробовике, почему нет? А, я... опа, вот так. Я забыл тебе сказать, очень, представляешь, забыл очень важную вещь. Я в целом эту игру мы можем приурочить еще к тому, что на канале 1000 подписчиков. Представляешь? Ничего себе. Это все благодаря тебе и твоей поддержке. И за это я очень признателен. Можешь поздравить в комментариях, если захочешь. Так, пулемет, ну, неинтересно. Мы уже его попробовали, сломо. Активирует замедление времени. Последние 3 минуты, 3 секунды жизни. Давай, сломо. Вот эта прокачка очень мне напоминает The Binding of Isaac. Если ты знаешь эту игру. Она такая как раз. С примерно такой же прокачкой. Но там как-то больше всего. Тут прям не так много всяких действий. О, сюда. Это мы так сокращаем путь, я так понимаю. Вот так. Да ё-моё, давай сюда. Что происходит вообще? Непонятно, я тебе говорю. Это просто жесть. Просто пробегаем в никуда. Уже 8 уровень. Ну, мы уже считаем, что мы прошли ее. Газировка Акимбо. Так, это просто пистолет, но мы с ним бегали. Автоматы могут выдавать особую газировку, которая даст тебе двойное оружие на 10 секунд. И скорость. Давай попробуем вот это. В целом мы заглядываем на автоматы. Так, так, куда, куда? Опа, я вообще не туда. В смысле? В смысле не туда? Вот, он в прыжке, он в прыжке. Отлично всех. Ой-ой, я не хочу умирать, не хочу умирать. Нормально. Нормально, слушай, нормально. Перезаряжай. Я не хочу умирать, подожди. Я чуть не умер сейчас. Я что-то вообще не понял, что произошло. Это была какая-то жесть. Огненный меч. Неплохо. Прыжок убийца боссов 20. Не, давай меч попробуем. Пусть у нас будет меч. Воу, так-так, до принцессы рукой подать. Но у нас тут какие-то помехи. Автономный режим, время ограничения выключено. Система мир не работает. Контроль времени отключился. Наша программа оживления вырубилась. Осторожней, теперь твоя жизнь только в твоих руках. Чего? Чего это? Это какой-то хоррор? Неожиданно. В смысле? Я что-то... пнул. Я что-то не... это что такое?
Воу! Бросить? В смысле, бро... В смысле, бросить? Это... Ой-ой-ой, подожди. Мне еще нужно R нажимать, это очень неудобно. Ой-ой-ой, тихо. R. Блять, очень... Блин, знаешь, как сложно прицелиться на R? Я... Бросай лучше. Ой-ой, господи. Я по... Получается, нет? Вот так. О. Добиваем. Это босс. Миллионер киллит. Так. Разыскиваем робиллиардеров. Что это? Ты тоже это видишь? Это глаз. Пинаем до конца, давай. Заходи туда. Туда тоже заходи. Куда ты пропал? Давай, заходи. Не, ну это боссы легкие. Я их даже вон кидал меч в него. Ой, кажется, ее уже поздно спасать. Наша принцесса на другом этаже. Чего? Это что за Марио? Это же все игра. Разве ты не видишь? Тобой кто-то управляет. Разве ты не замечаешь, что двигаешься не сам? Хелп, говорит. Беги, модератор, беги. Ля, дурачок какой. Слишком поздно. Муахаха. Я не могу никуда посмотреть. Спаси ее. Ага. Все, мы прошли. Глава пройдена. Так, окей. Макамура Плаза. Выберите постоянную силу. Обновление магазина. Сохранение после улучшения. Так, добавь кнопку и в магазине, чтобы обновить улучшение. Это сохрани свое последнее улучшение в новой жизни. И улучшение оружия. Открывается улучшением оружия 3-го уровня. Наверное, давай сохраним свое последнее улучшение в новой жизни. Или давай 3-й уровень оружия. Да, давай вот так. А зачем? Мы же все уже прошли. Улучшение оружия 3-го уровня. Ну окей, понятно. Тамагоча. Ха-ха-ха. Неплохо. Привет, мир. И что? Привет, ты мой босс? Это сейчас... 11-й уровень. И опять с фонариком. Ну я понял, тут хорроров-то нет. Тут уже ничего не будет. Что это? В смысле? Антациды, закрытие дверей, бутылочки с лекарством. Тут что-то ядовитое. Подождите. Используем азор, чтобы совершить рывок через опасную кислоту. А почему... Вы у меня все забрали. Вы что, офигели? Я нафига сейчас это все прокачивал-то? Заперто. Открыто. Вот так вот. Нашу систему включились, детка. И здесь будет контрольная точка. Все довольны. Воу, так-так. До принцессы рукой подать. Отслеживаем ее. Но до нашей принцессы еще 10 этажей. Так что вперед. Не подведи нас. У тебя 15 секунд. Так, подожди. А когда она закончится? Я что-то не очень... Воу, здравствуйте. А, я R жму, нет? Как-то мне с мечом не очень удобно. О, бежим, бежим. Так, это вообще опасная вещь. Ой, мне вот это нужна штука, мне вот это нужна штука. Мне с мечом вообще неудобно бегать. Да, это прикольно, но мне дико неудобно. Дико неудобно. Я успел. Не, да, давайте сменим, пожалуйста. Они же предлагают мне каждый раз оружие, надо его менять. Перезарядка рывком. С помощью полного рывка ты можешь немедленно перезарядить оружие. Пробить на вылет. Шанс 50%. Не, давай пулемет. Мне с мечом как-то тяжко. С ним прикольно, но мне тяжко. О, а тут уже даже с глушителем. Нормально, нормально. Все, все мертвы.
Я тебе говорю, я надеюсь, что игра не будет сильно лагать. Ой-ой-ой, ой-ой, какой кошмар. Какой кошмар, какой кошмар, я сейчас умру. Что происходит? Я не понимаю ничего. Вообще не понимаю ничего. Господи, бежим. Бежим, просто бежим. Ага, нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, убили. Победили. О, автомат. Отлично. Все, бежим на выход. Какой кошмар. Тут теперь стало очень опасно из-за вот этих вот убийца боссов и ледотушитель. Так-то огнетушители взрываются, но теперь они заморозят врагов. Не, давай... Еще, видимо, босс будет. Но я тебе говорю, странно, что весит так много обычная... Как это назвать-то? Демоверсия игры. Нифига себе. Это представляешь? 20 гигов демки. Это, считай, полноценная игра. Так что, может, мы с тобой ее прям пройдем. Всю игру. Но она классная. Вот такая штука, это выглядит очень прикольно. Но я не представляю, как можно проходить там на харде или на прочем. Это ужас какой-то. Это нам сейчас время хватает. Видишь, мы пробегаем, как раз смотрим демоверсию. Пистолет, давай попробуем пистолет. Снова. Или убийца боссов. Давай убийца боссов, чтобы мы его быстренько одолели и не парились. Почему бы нет, правильно? Правильно. А я с прыжка тебя не сильно ударю? Так, подожди. Я не понимаю, что происходит. Так, есть. Ага, расстреляли. Нормально. Ничего не понимаю. Я не понимаю, куда мне смотреть, на что мне смотреть. Там просто какой-то лютый трэш происходит. Да слушай, в принципе, я думал, что только пистолет нормальный. Потому что я могу в голову целиться. А когда мы установили глушитель, то уже и с этим нормально мне. Видишь, в голову попадаю. Хорошо получается. Есть, нормально. Фу, вообще ерунда. За минуту каждый проходим уровень. Слушай, ну таким темпом 30. Фу, давай. Мы сейчас наберем так, что у босса вообще жизни не останется. Придем, а у него только 10. Нам останется ему просто... Останется ему просто... Раз, выстрелить. Это что такое? Ой-ой-ой, это что за хрень была? Ужас. Страхолюдина какая. Так, нормально. Бежим. Вот это автомат, хорошо. Вот автомат нам останавливает... Вот так, в голову прям бутылочкой. Автомат нам останавливает вообще все жизни. И это очень удобно. Так, вот так тебя сюда. Тебя пинаем, тебя пинаем. Тебя стреляем, тебя стреляем. Ну, вообще идеально получается. Блять, в кислоту попал. Я в кислоту попал. Неужели раньше я все пробегал? Я что-то не помню, чтоб я так попадал в кислоту. Так, дальше давай пробежим. Чего? Гангста Фу? Больше стиля, меньше отдачи. Это что такое? СМГ. Ну это то, что у меня. Ну давай, окей. Третий уровень, посмотрим. Чё это за... А можно мне сделать так, чтобы я за то, что я стреляю... Вы мне еще и много-много секунд давали. Это было бы замечательно. Так, все, бежим, не отвлекаемся, бежим. Стреляю, забираем. А то смотри, у нас, если меньше 10 секунд, то это уже очень страшно на самом деле. Я не взял попить. Это же, что мне теперь делать? Теперь в глотке пересохнет, ты что? Это же кошмар. Я тебе говорю, я просто стреляю наугад. Просто бежишь и стреляешь. Потому что ничего не понятно, что происходит. Пистолет. Пинок дронов. Это улучшение даст бонусную секунду, если ты пинаешь дрона до смерти. Пинаешь до смерти. Шанс рикошета. Давай будем пинать дронов. Надо только не забыть, что только в прыжке это все делается. А, или нет?
А может и в прыжке. Я очень плохо прыгнул. Так, нормально, нормально. Побежали, побежали. Хорошо. Взрывается. Это сюда. Куда бежим, непонятно. Стреляем в тебя, стреляем в тебя. Случайно получилось. Блин, как много времени тратится. Блин, а дронов-то нет. Дроны-то где? Кошмар. Вот они, вот они. Я все пропустил. Короче, это было не очень хорошей идеей. Дроны это... Я не успеваю в этом темпе. Блин, бежим просто от них. Я не успеваю в этом темпе соображать, где дроны. И что нужно прямо в этот момент прыгнуть и пнуть его еще. Потому что они, мне кажется, убиваются так очень быстро. Так, антациды, ты родился токсичным. Это тебя сформировало так, что кислота не оказывает на тебя никакого влияния. Супер! А можно было мне в начале уровня это все дать? Ну? 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 Теперь все. Теперь можно не париться. Так, где ты? Можно мне побольше? Побольше патронов? Да господи, уйди отсюда. Ну, теперь куда? Сюда? Я не специально. Что происходит? Оп, сюда. Отлично. Я вот не пойму, нам сильно помогает вот это? Давай быстрее. А можно как-то ускорить пробитие дверей? А то это какой-то кошмар. Так, берем попить. Попить, говорю, берем. Блин, как-то тяжко у меня пробивается все. Так, сюда бежим. Сюда бежим. О, дополнительные секунды, не успел взять, все виснет, кошмар. А может не виснет, слушай, может в записи будет нормально. Хотя, кого я обманываю. Так, перезарядка рывком. С помощью полного рывка. Так, либо пробить шанс на вылет. Давай, да давай перезарядку рывком в целом, какая разница. Посмотрим, что будет. А, все. Воу, так-так, да принцесса рукой подать. Но у нас такие помехи. Система, мир не работает, контроль времени отключился. Ну, короче, все то же самое, абсолютно. Жизнь только в моих руках. И опять у нас начинается какой-то аниме-хоррор. Кстати, есть, ты знаешь, какие-нибудь анимешные хорроры? Пиши, интересно на них посмотреть. Надеюсь, только у меня не будет горло пропадать. Голос, голос. Если пропало горло, это страшно. Это что-то невероятное. Стой, а что? Что он делает? Опа! А можно не подходить ко мне? Так, я стреляю по нему. Воу, тихо! Так, не подходи ко мне. Я стреляю по нему, я очень сильно стреляю по нему. Отойди от меня, ты меня пугаешь. Блять. Опа, нормально, нормально. Блять, мне страшно, что он ко мне подходит. Можешь ко мне не подходить, пожалуйста, я тебе в голову стреляю. Ну, отойди от меня. Получилось? Вот это хорошо. Так, рабилиардер, осталось 3271. В смысле? Что у него в руке? Что это? Это глаз на ноже? Ха-ха-ха-ха-ха. Прикольно. Тут так-то красиво. Ну, даже жизни ни одной не потратили, представляешь? Опа! Все, мы ее нашли. А ну иди сюда, собака. А, ну глаз прикладывай. Ха-ха-ха. Да, это круто выглядит. И это еще не все. Так, глава пройдена. Общее время. Solid Curly. Спасибо за игру в демоверсию. А, ну вот она и завершилась. Пожалуйста. Игре удалось взорвать твой мозг? Ха-ха, ну, она выглядит неплохо. Предскажи копию игры уже сейчас. Супербыстрый и динамичный геймплей. Враги появляются на экране в потрясающем разрешении. Анимешные катсцены созданы в стиле старой оригинальной анимации. Воу, тихо. Стань частью нашего сообщества. У меня она уже есть в списке желаемого. Добавь список желаемого. Это уже все есть. Все?
В игре есть мат, за насилие и расчленение, понял? Хотя я мата еще не встречал. Возможно, это русская локализация, которая не подразумевает в себе мата. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я тебе оставлю тут заставочку, чтобы ты мог посмотреть во всей красе. Скоро увидимся. Всего доброго.